Всем привет, друзья! Вы на канале Лепим Вместе, и в сегодняшнем видео мы будем лепить нового персонажа из игры Бравл Старс по имени Лола. Я старался лепить всех новых персонажей, практически всех, которые выходили в Бравл Старс. И сегодня будем лепить Лолу. Так что усаживаемся поудобнее, прожимаем лайки и подписываемся, не забываем на канал. И поехали! Лола – это кинозвезда Броуливуда и гид на полставки. Она полностью поглощена собой и сделает все, чтобы получить свою минуту славы. У нее есть искусственная лисья горжетка с бриллиантовыми глазами. Горжетка стреляет блестящими звездами, яркими, как сама Лола. Лола – хроматический боец класса Разрушитель. Ее можно получить из любого ящика, а также из премиального Бравл Пасса на 30 уровне 9 сезона Броуливуда. Что по характеристикам Лолы? У нее среднее количество здоровья, нормальная скорость передвижения и высокий урон от атаки. Атака направлена прямо, а супер – это клон, повторяющий ее действие. Первая звездная сила повышает урон последнего заряда атаки, а вторая восстанавливает здоровье клону. Гаджет останавливает его и дает ему щит. Основные атаки – это атака «Глаз Алмаз». Любимый аксессуар Лолы – это еще и ее любимое оружие. Глаза горжетки стреляют короткими эффектными очередями. Горжетка Лолы попеременно стреляет 6 звездами, наносящими урон противникам. Супер – мегаломания. На помощь Лоле приходит ее эго, копирующее каждое ее движение. Лола призывает своего клона, который имеет в 2 раза меньше здоровья, а также с отставанием повторяет движения и атаки настоящей Лолы. Усиление ее – это звездная сила импровизация. Последний заряд Лолы наносит на 30% больше урона. С помощью этой звездной силы Лола получает крупное преимущество вблизи или если почти все заряды не попали в противника. Вторая звездная сила – это воздушный поцелуй. Попадая в союзников, эго Лолы восстанавливает им 100 очков здоровья. Действие этой звездной силы схоже с другой звездной силы, исцеляющая тень бойца Тары. Только разница в том, что эго Лолы не будет исцелять союзников самостоятельно, а только с вмешательством Лолы. Гаджет Лолы – стоп-кадр. Эго Лолы замирает, позируя для папарацци, и получает 70% защиту от урона на 4 секунды. Этот гаджет останавливает и активирует щит у эго на 4 секунды. Это может пригодиться для того, чтобы подойти к эго вплотную или наоборот, отойти от него при атаке Пенни или Белль.
Ну что же, вот такая получилась у меня сегодня звездная Лола. Что вы думаете по поводу ее, пишите обязательно в комментариях. И также в комментариях вы можете написать, что бы вы хотели, чтобы я слепил в следующих сериях. Ну а на этом все. Не забываем подписываться, ставить лайки. С вами был Андрей, канал Лепим Вместе. Всем хорошей игры, хороших лепок и хорошего настроения. Всем удачи и до новых лепок. Пока.